китайцы, сирийцы, не знаю, я сомневаюсь, что нам это надо. Те, кто столкнулись непосредственно с беженцами и с их образом жизни, негативного опыта больше, чем положительного? Наверное, не стоит, потому что вот есть, к сожалению, опять-таки горький пример Европы. Чем заканчивается вот это вот нашествие? Нельзя отчинять полностью двери для усих. Чем мы можем допомогти? Мне кажется, у нас и рабочих мест нет. Треба складать умовы, как они могли вертаться на свою родину. 270 рублей пособие при безработице – это просто издевательство. Разумно просто создать условия, чтобы они не пошли куда-то воровать или грабить, а если будут условия для работы, все, почему бы и нет.